6 августа 1968 года москвичи и гости столицы проводили в последний путь маршала Советского Союза, маршала Польской Народной Республики, дважды Героя Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. В траурном убранстве колонный зал Дома Союзов. На алых подушечках у гроба маршала ордена и медали, которыми был награжден Константин Константинович. В почетном карауле руководители партии и правительства, урна с прахом маршала Советского Союза Константина Рокоссовского будет захоронена в Кремлевской стене. Инженер-полковнику Владимиру Сергеевичу Серегину.